Готово, но у нас в комнате появился свет какой-то прямо посередине. А Как что это? воронка наверх. Считай информацию, что это за свет. Аргоном надо, да. Нам надо ворогу. Ну что, Он будем подниматься? перебивает просто все, я ничего больше не вижу. В Я конце у понял. нас школа и свет, вот арго, вот эти хрустальные энергии. А этот свет посередине, он сильнее этого света. Хорошо, значит, надо подниматься в арго. Готово? Да. И на счет три входим в этот портал и поднимаемся в арго. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на веранде. Приветствуем арго, посылая наше этому месту нашей искренней энергии любви и благодарности. Здесь Архангел Ханиэль, это он пригласил тебя. Дорогой учитель, я приветствую вас. Очень рад встрече. И я приветствую тебя, редко посещаешь нас. Много работы в последнее время, вы правы. Надо исправляться, конечно. Но мы время от времени мы поднимаемся в арго. Приятно видеть вас здесь. Взаимно, дорогой учитель. Что Я не такие? настаиваю на вашем присутствии здесь, но... Да. Для чистоты информации и чистоты души и сердца нужно подниматься изредка и заряжаться энергиями. Это как фильтр и рентген. Он не дает вам права поступать неправильно в корыстных целях, защищая вас от негативных поступок. Для этого это беседка и потоки арго в ней. Благодарю за это разъяснение. Я действительно не знал об этом. Тогда мы полетаем. Вперед. Полетели, Вера, на наше место. Мы сейчас стоим в большой беседке, и вот такие светлые потоки сверху идут, очень приятные. Чистые, чистые. Не светом чистые, а такие искренние какие-то, они живы, позитивные. живые, конечно. Радостные, счастливые такие. Мы наполнились, в принципе, можно полетать. Давай полетаем. Полетели. Вообще все это место наполнено такими энергиями. Но в беседках именно из-под купола эти потоки идут. А над храмом купол открыть сейчас? Ему не надо открываться. То есть потоки идут через купол. Понятно. Беседки — это уменьшенные. Ну да, там меньше. Уменьшенные подобия вот такого большого храма. Мы просто не выдержим больше. То есть там архангелы заряжаются теми же энергиями. А мы крылья сожгем. Поэтому он все дозировано. Мы опять вернулись на балкон. Отлично. Приятный свет идет, вот этот чистый. Наполнили, замечательно. Архангел Ханиэль, вот что... так лучше. Замечательно, благодарю вас, учитель. Вы хотели что-то еще добавить? Нет, летите и светите. Благодарю вас. На этом месте наша искренняя энергия благодарности. Я говорю, до скорых встреч. Я благодарю отцу за то, что за эту прямую связь с вами, дорогой учитель, за то, что я всегда получаю ответы, когда я вас спрашиваю, и за то, что вы меня наставляете, и это все чувствую. Да будет так. А так и есть. Полетели, Верочка. Благодарим арго, посылаем нашу искреннюю энергию благодарности этому месту и возвращаемся в нашу комнату диагностики. Полетели. У Мы тем один. Же порталом возвращаемся. Прям в комнату, да? Угу. Да, мы на месте. Хорошо. Ничего тебе не мешает в комнате больше? Свет. Нет, этот свет ушел, и от нас идет свет. Приятный свет. Позитивный, радостный, чистый. Отлично.